Привет, друзья, с вами снова Инфобиз Контроль. Давненько я не записывал никаких роликов, ну да ладно, погнали. Сегодня у нас на обзоре курс, который называется «Точка невозврата». Автор у нас, сейчас посмотрим, кто у нас автор, у нас там их целых два. Автор Ленар Янбиров и Юлия Максимова создали этот шедевр, но перед тем, как мы с вами начнем обзор, я вам скажу, что спонсор этого выпуска, этого обзора — мой телеграм-канал, который, соответственно, называется Инфобиз Контроль. Ссылочка на него есть в описании, обязательно на него подпишитесь, я там скоро кое-что готовлю, кое-что интересное, думаю, понравится всем, может не всем, но кому-то понравится. Но обязательно подпишитесь на телеграм-канал. Ну а для того, чтобы вы не просто так подписывались на него, я вам через пару дней, может 2-3 дня, обещаю, что выложу туда, именно в телеграм-канал, больше никуда, выложу какой-нибудь курс качественный, реально качественный, интересный курс, который вы сможете просто скачать. То есть я выложу ссылочку, вы перейдете по ней, скачаете и сможете изучать. Так что ссылка в описании, переходите обязательно, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну а теперь погнали. Точка невозврата. Начинай прямо сейчас зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц с авторской программой для чайников всех возрастных категорий и пользователей без опыта заработка в интернете. Сразу скажу, друзья, что этот курс мне, если честно, такое двойственное чувство. Я вам расскажу почему. Здесь сразу у нас встречает такой видеоролик, который на 5 с лишним минут, почти 6 минут. Здесь ничего в этом видеоролике интересного нет, но можете сами его посмотреть. Ссылка там на продажник, все будет. Можете перейти, здесь просто авторы показывают свои счета там в банках, все такое, рассказывают, что они с помощью этих инструментов зарабатывают вот эти деньги. На самом деле это, конечно же, вранье. Они эти деньги зарабатывают на продаже, вот, допустим, вот этого курса, там других курсов. Дальше идет план курса от чайника к пользователю, от пользователя к уверенному пользователю, там знания, 50 тысяч рублей в месяц. Ну, все размыто, то есть такой стандартный глопартовский продажник, даже, я бы сказал, не самого лучшего качества, именно глопартовский. Тем более что этот курс, конечно же, продается на Глопарте, он находится в топе, его, конечно же, рекомендуют там различные говнообзорщики, которые там типа обзорщики, ну и все в этом роде. И дальше у нас идет вода, стоимость у него, этого курса, довольно немаленькая, 1550 рублей, осталось 5 копий, конечно же, это вранье, никаких там ограничений по копиям нету, и будут они их продавать, пока будут продаваться эти курсы. Так, важно, курс под идет всем, к всем, конечно же. Тут дальше идут гарантии, которые никогда не выполняются, ну и все остальное. Ну и также тут идет, все права защищены, охраняется законодательством, хотя ничем они, конечно же, не охраняются. В общем, вот такой вот продажник, ничего особенного, все как обычно. Давайте перейдем к самому курсу. Итак, друзья, вот так вот выглядит курс: вступление, часть первая, часть вторая, базовые программы, доходные тексты, сайт на WordPress, заключительное напутствие, вступление. Ну тут понятно, там, грубо говоря, такого ничего нет, вам покажут, как пользоваться другими видеороликами. Часть первая создана для тех, кто вообще компьютер, скорее всего, не видел даже в глаза, потому что здесь что такое компьютер: мышка, клавиатура, рабочий стол, файлы, их расширение, урок 6, выход в интернет-браузер. На самом деле, если человек не знает вот это вот все, не имеет навыков, о которых говорится здесь, которым, собственно, учат, этот человек даже не смог бы купить вот этот вот курс, найти его в интернете, купить, скачать и все это сделать. Ну, это так сказать, вообще для тех, кто вообще ничего не умеет. Можете, если вот вас там задалбывает кто-то там, бабушка или кто, говорит вам: научи меня там на компьютере что-то там сделать, там это. Вот можете вот эти уроки им дать, ей дать, и пускай смотрит, потому что там вот именно как пользоваться мышкой и все остальное. Такая информация, конечно, бешеная, которой, конечно же, нигде нет, ни в Ютубе, ничего, ну, шутка, конечно. Часть вторая, базовые программы. Вот эта вот часть, я бы ее, наверное, даже кое-кому посоветовал, если вы, конечно, тоже мало чего умеете. Здесь вы можете подчерпнуть некоторые навыки, которые вам пригодятся. Что здесь идет? Здесь идет уроки по Camtasia Studio. Camtasia Studio — это
программа для записи скринкастов, для монтажа. Ну, в общем, программа, которой пользуются очень многие блогеры. Она очень простая. Там нет каких-то супер спецэффектов, да, которые можно сделать вот, в видеоролике, там супер переходы. Но самые простейшие функции она выполняет. И, собственно, этой программой пользуюсь и я. Единственное, что здесь почему-то авторы решили именно дать уроки по 8-й Camtasia Studio, хотя 9-я уже есть довольно давно, и можно было именно уроки по 9-й Camtasia дать, она тем более лучше, чем 8-я, естественно. Вот. Ну, не знаю почему, но здесь 8-ю дали, и саму Camtasia Studio 8-ю дали, и уроки по ней. Но, в принципе, это не страшно, потому что программы, ну, практически там очень-очень похожи, да, что 8-я, что 9-я. И 8-й я тоже пользовался в свое время, когда 9-я еще не было, она тоже очень хорошая, поэтому смело можно учить и пользоваться. Вообще, эта программа нужна, естественно, как я и сказал, для монтажа видео, для записи скринкастов с экрана, и это и есть там один из способов заработка, о котором будет идти речь в этих уроках. Так, погнали дальше. Бонус Adobe Photoshop. Нам тут дают еще уроки, которые мне лично не понравились. Ну как, они нормальные, вы там поймете, что как сделать, но мне не понравилось и качество их записи, и тоже устаревший Photoshop, но да ладно, тоже в принципе можно изучить. Далее идет важные уроки, которые называются монетизация. Здесь нам рассказывают, какие видеоролики можно записывать, чтобы их монетизировать, да, то есть на какую тематику, можно какую-то, вот, своя экспертность, чужая экспертность, расширяем возможности, не помню вообще о чем это, получаем поисковой трафик на видео. Ну, здесь рассказывают, как оптимизировать видеоролики, раскрутка и продвижение. Есть тут некоторые даже толковые вещи, как редактировать шаблон превью. То есть здесь дается шаблон превьюшка, да, то есть картинка для видео, как ее создавать. То есть нам предлагают по факту создавать свой видеоканал на YouTube и там в каком-то направлении конкретном работать и на этом зарабатывать. В принципе, что сказать, тема нормальная, но рассказывать об этом, как нам здесь писал автор, авторской программой для чайников, то есть они нам выдают вот эти вот вещи, о которых я вам рассказывал только что, да, за авторскую методику. Вы считаете, ну, допустим, можно ли заработок на YouTube, кому-то рассказывать о том, что можно зарабатывать на YouTube, там, в каких-то направлениях, и называть это своей авторской методикой. Ну, конечно, прям вот вообще никто об этом не знал, и тут нам вот эти два человека рассказали, что есть такие направления, что можно снимать видеоролики на YouTube и за это получать какие-то деньги. Серьезно? Ну, прям шикарно, конечно же. Вот, и, конечно же, ребятки эти не забыли про себя любимых. Смотрите, вот есть здесь такой PDF-документ. В этом PDF-е вы узнаете о том, что можно снять обзор на их курс, ну вот собственно на этот курс, точка невозврата, да, то есть о котором мы сейчас разговариваем. Они вам предлагают снять обзоры на их курс, разместить на YouTube и вставить свою партнерскую ссылку под этим видеороликом, ну и собственно зарабатывать на продаже вот этого же курса. Этой такой фигней занимается там чуть ли не через один автор на Глопарте, то есть они хотят, чтобы вы писали видеоролики о этом же курсе и его же продавали другим людям. Я не вижу в этом ничего плохого, нет ничего плохого в том, чтобы делать обзоры на что-то и зарабатывать на партнерке. Ну, это вот такая вот типа методика, тоже супер авторская, конечно же. И, конечно же, вам предлагают, да, там взять и рассказать, какой этот курс классный, ну, то есть фактически там наврать. И таких каналов на самом деле хватает, там есть всякие тот же там какие-нибудь там Elite Infobiz и Жук там, и кто-то еще, которые уже более так раскручены, они там рассказывают про многие курсы, которые в основном говно. Ну ладно, давайте дальше. Тут, конечно же, есть и вот раскрутка и продвижение, да, я уже показывал тут такие пару-тройку методов для стартовой раскрутки видеороликов, и я не скажу, что все из них херовые, есть в принципе то, что действительно работает. Далее, что у нас идет? YouTube канал. Создание YouTube канала, настройка YouTube канала. То есть то, о чем я говорил, да, нам предлагают создавать YouTube канал. И просто я не в той последовательности показал вам эти уроки. Ну, думаю, здесь все понятно, да. Здесь можно просто создать
канал и на этом как бы зарабатывать. Конечно же, там обещанных 50 или 150 тысяч вы еще долго-долго не увидите, если начнете так зарабатывать. Я не говорю, что это плохо, это хорошо чему-то учиться, делать, тем более делать каналы, да, все это круто, но так как они обычно вот обещают на своих продажниках, там прям чуть ли не сразу вы начнете зарабатывать, то такого, конечно, не будет. Часть вторая. Доходные тексты. О чем этот урок, эти уроки, вернее? О заработке на копирайте, на рерайте. Даже об этом даже как-то особо рассказывать не хочется, потому что заработок на текстах не такая уж и простая штука, как нам все время пытаются эти горе-авторы впарить. Заработок на текстах, во-первых, он довольно конкурентен, а во-вторых, надо, наверное, какой-то, может, талант иметь, да, там, или что-то такое. Ну и, как всегда, тут взяты какие-то просто уроки, какая-то информация общедоступная и рассказано о том, как зарабатывать на этом копирайте, рерайте и все. Даже не вижу смысла как-то более подробно освещать вот эту вот часть. Все очень просто и, опять же, никаких там быстрых денег, там, даже в ближайшие там 2-3 недели, месяц, ничего вы толком на этом не заработаете. Сайт на WordPress. Отличная тема, создание сайта, заработок вообще на сайтах, это тоже хорошая тема, но опять же она намного сложнее, чем нам хотят показать. Вообще по этим видеоурокам вы сможете сделать сайт. Реально сможете, вы запустите его, все будет отлично. Но дело в том, что опять же вы ничего не заработаете, скорее всего, даже в ближайшие там месяцы с этого. Потому что сайты раскручиваются довольно непросто, люди изучают эту тематику месяцами, годами. Создать сайт вообще никаких проблем нет, на это уходит довольно мало времени. Я их уже создавал не один раз и прекрасно понимаю, что это такое. Тем более на WordPress делается это очень просто. Это отличный конструктор. Вы можете даже вот перейти по ссылке в описании на мой сайт InfoBizControl. И это тоже сайт на WordPress, на премиум теме, да, то есть там тема платная. Ну, я ее там, по-моему, крякнутую тогда где-то брал. Ну, в общем, не имеет значения. Дело в том, что заработок на сайтах, опять же, это довольно длительный и сложный процесс. И так быстро вы ничего не заработаете, как вам обещают, опять же, на продажники этой точки невозврата. И что мы можем в итоге сказать о этом курсе? Смотрите, нам дают три метода заработка. Как, в принципе, говорилось на главном продажнике. Это заработок на каналах на YouTube. Хорошая тема. Но, опять же, к этому нужно прийти. И неизвестно вообще, какие вы деньги будете там зарабатывать. И будете ли вообще зарабатывать. Довольно тоже сложная тема. Все YouTube, это все очень нелегко. Информация абсолютно открытая. То есть информация эта, которая здесь дается, она есть в самом YouTube. Ее просто валом. Вы можете зайти на любой канал, забить там, как создать канал, как оптимизировать видео, как монетизировать, какие идеи для монетизации есть. Все это есть в открытом доступе. И, конечно же, это никакая не авторская методика, ни Линара этого, ни там еще кого-то. Это абсолютно открытая информация. Можете зайти на тот же, не знаю, канал Конадена. И там этой информации валом. Можете зайти на канал Северянин и там посмотреть. Вся эта информация есть, ничего здесь особенного нет. И платить за нее, естественно, ну, нет смысла. Далее, информация о том, как зарабатывать на текстах. Опять же, открытая информация в YouTube. Все она есть, и ее очень много. В общем, при желании можно найти, изучить. И далее часть о создании сайта на WordPress. Этой информации тоже валом. Есть целые каналы на YouTube, посвященные созданию сайтов на WordPress. То есть все это открытая информация и тоже за нее платить не стоит. Ну и о том, как пользоваться компьютером, это тем более. Смотрите, в итоге мы получаем вот такой вот прекрасный курс, который вы, в принципе, можете изучить, если вам это нужно, но который состоит из полностью открытой информации, как и, наверное, другие курсы этого автора. Как же у него курс назывался? Ну, тоже там что-то такое было. И тоже там были вот типа таких вот уроков. Это все, весь этот курс, это такой профессиональный маркетинговый ход, который в реале ничего не стоит.
Вот как-то так. Ссылочка в описании, можете брать, скачивать его, если вам интересна информация. В принципе, здесь есть, которую можно изучить и которая даст вам определенные навыки. Но, как я и сказал, вся эта информация есть в открытом доступе. И лично я Камтазию изучал в свое время. Там не помню, какую там, 7-я еще Камтазия была или 6-я в то время. Я уже тогда, там сколько-то лет назад, спокойно изучил ее по роликам в Ютубе. Она очень простая и пользовался. По копирайту, рерайту я не изучал, я этим не занимаюсь. Ну как, я изучал некоторые моменты, но именно я этим заработком не занимаюсь, и поэтому углубленно я не интересовался этим. Но вся эта информация тоже есть, про нее написано куча статей в интернете, куча есть разных также курсов бесплатных, да, не то что бесплатных, а когда-то платных, но они сейчас уже давно валяются по всему интернету в бесплатном доступе. Также на Ютубе есть информация, ну и WordPress, есть целые каналы, которые рассказывают о создании сайтов на WordPress, про все виджеты, про все что угодно. Друзья, вот такой вот обзорчик получился, ссылка в описании, переходите, изучайте там все, что вам нужно, скачивайте. Также напоминаю, что нужно подписаться на мой канал Telegram, чтобы ничего интересного не пропустить, и именно на канал Telegram я в течение там 2-3 дней выложу какой-нибудь интересный, качественный курс, который вы можете изучить, и я думаю, он вам будет полезен, и этот курс я выложу только прям вот в свой канал Telegram. Ссылочка в описании, переходите, подписывайтесь. Но также не забудьте подписаться на мой второй канал, где я рассказываю о простых методах заработка в интернете. Все ссылочки, в общем, есть в описании. Обязательно откройте его, почитайте там. Ну, я имею в виду описание, откройте, почитайте. И все, что вам нужно, там выберите, подпишитесь. Думаю, вам понравится. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Пока-пока.